Ты меня видишь? Я Печально. тебя не Да, вижу. вижу, вижу. У меня выключился ноутбук вообще, первый раз такое. Я так долго, наверное, не работала на нем. Я вот его поставила на зарядку, а у меня есть еще другой скайп, пароль которого я не помню. Вот он у меня на телефоне есть. Ну хорошо. И я вот тебе звоню. Молодца. Ну вот смотри, как тогда. ДНК, что такое ДНК? Спираль. Почему люди похожи в воплощениях чуть-чуть? Информационный набор идет из всего, как из всего опыта, из всего. Так, а за внешность-то что отвечает? А что отвечает за внешность? Я не знаю. Идет как. За строение тела, внешность, что отвечает? Где эта информация? Это тоже как, ну, ДНК, это Да, внутри клеток, вот эти все да, хромосомы, да. наборы Это такая спиралька, верно? идет. А за прием передачи Да. информации что отвечает? Волн, сигналов. В технике, как это называется устройство? Импульс. Какой-то импульс. Ну вот импульсы принимает и передает что? Информацию, сигнал. Принимает и передает что? Набор, какой-то информационный набор идет, как перекладывание, ну, вот Да, из да, прошлого да, в да, да. будущее. Каким образом? Свойства какие есть? Вот кто, что у нас в современной даже технике принимает информацию? Как компьютер такой, как головной центр. Ну это чуть глубже. А, собственно, принимает-то что? Через что принимается информация? Через что принимается информация? А, ну, через, вот, ну, как через энергетическую составляющую На энергетическом идет. уровне тоже, да. А вот в технике, вот в современной технике, что принимает сигнал? Встроенная, нет, как, ну, как запрограммированное нечто, которое его, этот сигнал активирует ее и Да, начинает да, раскрывать информацию. да. А как ловится-то он? Как? Через импульс, Через через какое сигнал. свойство? Да. Сигнал ловится через что? Каким устройством? Приспособлением, конструкцией. Сейчас точно устала, верю, но это просто. Я не пойму. Мне идет как какое-то
общий центр, какие-то нити идут ко всем этим устройствам. И вот этот импульс дается и начинают эти спирали закручиваться. Они начинают закручиваться, как построение, как знаешь, вот строительный материал, клетка Да, и выстраивается, они, соответственно, выстраивается. по этому сигналу выстраивают и внешность, потом и привычки, все, ну, личность, да. Поэтому даже будь я в теле, извини, негра, но вот свойства некоторые были, вот похожесть была бы, если убрать цвет кожи. Вот почему так происходит? Вот чем является спираль ДНК? На телевизор иногда откуда Как сигнал приходит? Все, уже подсказка прям. из матрицы. На телевизор современный. Не знаю, откуда я телевизор 20 лет не смотрю. Отлично. А когда смотрела, вот как раз были те телевизоры, о которых... Весна 308. Да, на весну 308 откуда сигнал-то приходил? Из лампочки, которая была сзади телевизора. Так, а в лампочку откуда? В лампочку Да. разряд из розетки, ток, Это питание, это электричество. питание, а сигнал? Я не знаю. Нет, с девочками, конечно, интересно работать. Тяжело, но интересно. Сигнал-то откуда? Телесигнал, радиосигнал. Куда он приходит? Радио чем ловит сигнал? Частоты, вибрации, Отлично, вибрационные отлично. Через уровни. куда они приходят? В проекции, Отлично. Радиоприемник. Какая там проекция? Вот куда в радиоприемнике приходит сигнал? Куда он приходит? Я не знаю. Посмотри. В антенну. Умничка, родила, наконец-то. То есть ДНК спираль является спиральной чем? Антенной. Замечательно. Вот она и ловит сигнал от души, от личности. Поэтому даже вырастая, вот внешность становится похожей, да? Ты говорила просто, что почему-то похож. Я тебе объясняю, почему похож. Я даже бороду Да. отпустил, чтобы не быть похожим, потому что вот скошенный подбородок такой же, ну, такой маленький. Ну и ты меня пытался в блудню ввести, сказать, что там круглое лицо, курносый нос, а там-то было все такое же. Ну, я что-то для Ничего контраста, подобного. чтобы прям не подсказывать форму Потому что лица. там, ну, нет, не было никакого курносого носа Логично. Это сейчас-то уже и понятно. круглого лица. Сейчас-то уже понятно. Да. Ну, благодарю за Я. стойкость к моему троллингу. Я тоже тебя благодарю, мне очень приятно и познакомиться, и поработать, пообщаться. Ладненько. Спасибо. Зови иногда этих друзей. Да. Помощничков, потом познакомлюсь с другими помощничками. На сегодня достаточно, ты хорошо держала, всего добра. Спасибо.